Направить в ульяновские школы лучших ученых страны и построить там лаборатории. Российская академия наук приступила к реализации проекта «Базовые школы РАН». В числе избранных учреждений оказалась первая лингвистическая гимназия, а также 20-й лицей. В стенах последнего состоялось совещание при губернаторе Ульяновской области. Глава региона рад надвигающимся переменам в сфере образования. Для нас, для региона, который зовется родиной талантов, реализация таких проектов является не просто имиджевым проектом, не просто брендовым проектом, хотя само по себе это уже, несомненно, огромная заслуга. Для нас это, прежде всего, является путевкой в настоящее будущее. Проект только начинает существование, разрабатываются методики и готовятся кадры. Председатель Российской академии наук Олег Асмус рассказал, откуда пришла идея образования будущего. Оказалось, что подобные практики существовали в Советском Союзе. Где-то более полугода назад на встрече с президентом Российской Федерации руководитель Российской академии наук Сергеев доказал президенту необходимость проведения в стране, в Российской Федерации, такого глобального эксперимента из советского прошлого. Значит, восстановление так называемых базовых школ Российской академии наук. Просветительский проект «Базовые школы РАН» имеет статус всероссийского. На базе 100 лучших школ страны скоро откроются научные центры. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.